пока везде карантин и локдаун, мы находим новые интересные места для прогулок. Вот такие вот детские площадки надо ставить в каждом дворе, чтобы деткам было интересно. Отличное покрытие. Есть. Да, и кухонька есть, и для инструментов место есть. Очень классное место. Это вот изнутри. Стас залез в трубу, сейчас скатится с трубы. Вон. Аттракционы. Едет котик. Шух! Котеночек. Горка для тех, кто помладше. Можно по скалолазить. А, это даже автомобиль. Класс. Стас, куда поедем? Очень тихо, очень спокойно, уютно. Очень классное место. Колесики, колесики и красивый руль. Включаем поворотники. Водичка льет буль-буль. Лера, ты скалолаз? Так высоко хочешь залезть? Давай, чуть-чуть только. Дрын-дын-дын-дын-дын. Дрын-дын-дын-дын-дын. Лера, человек-паук. Как ты высоко забралась? Я могу даже еще выше. Да? Непривычная тишина. Здесь рядом сразу стоит спортивная площадка. Очень интересно. Все продумано. Классные турники. И очень классная площадка. И тишина, сразу лес. Лысая гора. Очень уютное место.